Доброе утро! С вами канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в такой вынос мозга под названием, блин, Пегл. Как правильно там его. Но прежде чем мы начнем, сегодня у одного из самых давних и преданных подписчиков нашего канала, Рустама Велиулаева, день рождения, с чем мы его искренне поздравляем. Искренне поздравляем. Пишите обязательно в комментах, поздравляйте тоже. И, короче говоря, что это за игра? Это какая-то игра с шариками или чем-то там еще. Со всякими для аркадных автоматов. Что-то бы подошло для игр на мобилке, бы что-то такое подошло. Вышла игра в 2007 году. У этой игры много частей. В IT Алекс Анонимус попросил, чтобы я сыграл в какую-нибудь часть. Какую-нибудь. Я выбрал Deluxe, потому что он в первых строчках как раз таки вылетел. Он сам, поскольку в первых строчках, он, наверняка он самый интересный. Давайте попробуем. Давайте, не знаю, Adventure. Что у нас тут? Как в это играть? Короче говоря, я посмотрел немножко видео на ютубе, что это вообще за игра, о чем она. Короче, тут надо запускать из пушки шарик, я так понял. Он должен отскакивать вот в эти лампочки, и они должны загораться. И, собственно говоря, они должны исчезнуть после того, как мяч перестанет прыгать, упадет, короче, либо в яму, либо в это гнездо. Если вот в это гнездо шар упадет, то он вернется обратно сюда, а как бы количество шаров у нас не уменьшится. Давайте запустим. Есть у нас такие вот перегородки. Эх, к сожалению, шар упал мимо, значит, на один шар у нас стало меньше. И в соответствии с попаданиями в эти лампочки увеличивается вот эта шкала. Как только она дойдет до максимума, мы выиграем. Тут много различных уровней. Опять мимо, к сожалению. Ну давайте еще раз попробуем. Много разных уровней, в которых... О, попали. В которых расстановка вот этих лампочек меняется. Вот, пополняется шкала это. Давай. Ах, мимо. Мы проиграем, если мячи закончатся, а шкала еще не до того, как эта шкала успеет набиться до конца. Эх. Давайте вот сюда, что ли, попробуем. О, хорош. Хорошее попадание тоже. О, уже больше половины. Ах, вылетело. О, почти уже набилась шкала. А у нас еще 4 шара осталось. Я думаю, нам должно хватить. Все, шкала заполнилась. И открываются вот эти лунки. С каким количеством очков попадет шар, столько нам очков и выдастся вот в конце. Что ж, уровень пройден. Февер-метр, блин. Так называется эта штука. Так, следующий уровень. Здесь уже помимо круглых появились вот такие вот еще. Судя по всему, вот шкала набивается, я понял, шкала набивается от оранжевых лампочек, от синих не наполняется. То есть мы должны в основном попадать по оранжевым лампочкам.
Синие это просто так дают очки. Вот тут может показаться, что шар застрянет, но на самом деле лампочки, если шар долго будет находиться на лампочке, то эта лампочка просто исчезнет, чтобы шар, он как бы не застрял на одном месте. Эх, вылетело. Ну-ка. В эту давайте лампочку. Эх, какой да вообще фиговый удар получился. А что ж такое, ни разу, по-моему, не залетело еще в яму. Ой, это... В гнездо в это. У нас осталось всего два шара. Снова 10 тысяч очков. Favor score получился не очень высоким. Короче, судя по всему, мы должны уничтожить все оранжевые лампочки. Так, появились какие-то зеленые. Что они у нас дают? Пока что я не понял. Давайте туда запустим. Прицел у нас он виден, когда мы направляем стрелять. Да что ж тогда она не может попасть-то? Лонгшот получился, причем хороший лонгшот. О, в 100 тысяч, отлично. Да, действительно, мы должны все оранжевые уничтожить. Все, вот теперь все понятно. Так, вот здесь какая-то расстановка уже пошла. Сразу... Целостная, супер-пупер целостная какая-то, все. Сейчас все нафиг исчезнет. Ну, пока не все. А что розовая делает? Вот эта шкала, что, кстати, дает, я пока не понял. Может быть, шар дополнительный, если она до конца дойдет. Ну-ка. В всяком случае, я вижу, что она сразу уходит в ноль после того, как шар падает вниз. Музычка довольно-таки очень подходящая под фон. Расслабляющая такая, что ли, не напрягающая. О, сейчас у нас есть риск проиграть. Остался последний шар, и, скорее всего, у нас сейчас не получится. Ну да. Ну и разве что, если мяч не попадет. Не, не попадет. Попробуем еще раз. Давайте... Лучше не ебать сразу, а вот так. Да, действительно, бесплатный шар дается, если она до конца набьется.
О, еще один бесплатный шар, отлично. Хороший результат у нас идет. Ну вообще фиговый удар какой-то получился. Давай, давай, давай. А, блин, чуть-чуть не попал. Тоже фигня получилась, Кейда. Так, лангшот надо сделать. Лангшот не получился. Все. 10 000 опять. Ну и ладно. Тут очки, по-моему, не влияют ни на что. Разве что похвастаться, типа, я какой я крутой и так далее. Так. Еще меняется картинка вон сзади. Какая-то зимняя ночная картинка вон сейчас. Хорошо, хорошо. Бесплатный шар нам дается, если сюда попадет мяч. То есть можно сказать, что он по сути сюда попадает и туда как бы катится и сюда, как шары для боулинга. Когда кидаешь кеглю, и она туда по механизму возвращает шар обратно. Здесь то же самое. Хорошо, бесплатный шар. Да, немножко не вовремя она исчезла. Лангшот. Осталась последняя фигнюшка оранжевая, после которой мы выиграем. Вот эти вот синие лампочки нам сильно мешают. $50 000. Хорошо. Мне игрушка нравится. Мне реально игрушка нравится. Вполне развлечься можно. Так, это у нас что? Хорошо. Студент какой-то там. Свежий студент, что ли. Ты готов к мультиболу? Это экстрим? Ты, наверное, сможешь. Грин, зеленые пексы. Уничтожите обе зеленые пексы одним выстрелом. Давай попробуем это, что ли, сделать. Это достижение, судя по всему, у нас. Ну да, ни разу у нас пока не получилось обе зеленые штучки побить одним выстрелом. Надо, наверное, попробовать. О, два шара улетает. Мультибол, действительно, это мультибол. Да, одним выстрелом все-таки не получилось. Ну, сейчас один выстрел. Только в начале мультибол больше не будет здесь.
Блин, так и знал, что будет плохой удар такой. О, два бесплатных шара, отлично. Третий еще. Эх, тут мимо, к сожалению. А, при попадании в зеленую хрень мультибол делается. Мультибол делается при попадании в зеленую хернюшку, но в предыдущих раундах предыдущих не попадало. Так, ну все, мы тут выиграли. Сейчас осталось только вот сюда выстрелить и все. Да что ж такое, я так надеялся, что в 100 тысяч или в 50 упадет. Может здесь получится лучше попасть в зеленую. О! Первый раз, когда мы сразу в обе попали. Ну здесь просто это было легко. Супер лонгшот, блин. Ну, хоть сюда попал уже. Прикольно. Цепную реакцию, чтобы отскочила. Мэ, низко не отскочила. Чуть-чуть не долетело. Неплохой удар получился. Осталось 3 шара и 4 этой фигни. А, да блин. Остается только надеяться, что... Не получилось. Одной не хватило. К сожалению. Мультибол активировался у нас. Второй мультибол активировался у нас. Блин, не получился эпичный удар. Я надеялся, что он прокатится вот так и туда полетит. Хорош. Ладно, в эти последние будет легко довольно попасть. В 10 тысяч упадет сейчас. А, нет, в 50.
Ладно. 50 тоже сойдет. Так, more chances. Мультибол. Это крутая возможность. Супер викет. Я забыл, что такое викет. Не помню. Экстра шанс для бесплатного шара. Мультибол — это очень хорошая возможность для бесплатного шара. Ну ладно, сейчас проверим, насколько она хороша. Блин. Да, два бесплатных шара бы выдалось, если бы два закатилось бы, но не закатился ни один. Мультибол. Опять ни один не закатился. Но удар получился все равно хорошим достаточно. Как и этот. Везучий шар, блин. Еще один. Осталась последняя хернюшка. Сто тысяч улетело. Ничего себе. 2 миллиона мы выиграли. Да что там мы? Весь мир от этого только выиграет. Поехали дальше. Да, действительно, мультибол — это хороший шанс получить бесплатный шар, но ни разу это у нас пока не сработало. Ну давай, может сейчас повезет, давайте еще раз попробуем. Не сработало. Тоже. Я пока так действительно не понял, что дает розовая хрень. Да все, мы выиграли тут. Блин, мешала хрень одна. Глаза какие-то. Так, нажмите и держите, наверное, или не держите левую кнопку мыши, чтобы ускорить время. Давайте попробуем.
Ну, что-то не дает ни, никакого эффекта правая кнопка мыши мне. А, вот так. Это оно только ускоряет перед броском. Мультибол. Опять не попало ни в одну. Ни один мяч не попал. Мультибол. Опять ни один мяч не попал. Ни разу что-то не получилось у нас такого. Не получилось. Давайте еще раз попробуем. Наверное, после этого уровня мы закончим, кстати. Уже 26 минут прошло, целых 27. Мультибол. Просто только сейчас на время посмотрел, сколько мы записываем. Блин, вот поторопился немного. Это за что сейчас было? А, выдали как бы в качестве достижения за то, что не коснулся ни одной и улетел. Хитро, конечно, это было. Ладно, давайте на этом закончим. Мне игрушка понравилась. Это одна из немногих игр, которые предлагают подписчики, из тех, которые мне реально понравилась. Действительно увлекла сильно. На сегодня все. С вами Стрелков, подписывайтесь. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.